США и их союзники хотят остановить маховик истории. Когда-то, провозгласив победу в холодной войне, Вашингтон возвел себя чуть ли не в ранг посланника Господа Бога на земле, у которого нет обязательств, а есть только священные права безнаказанно действовать, как и где угодно. Зоной этих действий может быть объявлено любое государство, особенно если оно чем-то не угодило самопровозглашенным хозяевам мира. Мы все помним, как под надуманными предлогами были развязаны агрессивные войны против далеких от американских берегов Югославии, Ирака, Ливии, унесшие многие сотни тысяч жизней мирных граждан. Хоть в одной из этих стран разве были затронуты действительно законные интересы Запада? Разве там запрещали английский или языки других стран-членов НАТО? Запрещали западные средства массовой информации, культуру? Разве объявляли англосаксов нелюдями? Применяли против них тяжелые вооружения? И каковы результаты авантюр США на Ближнем Востоке? Улучшение ситуации с правами человека и верховенство права? Стабилизация социально-политической обстановки? Рост благосостояния населения? Назовите страну, в дела которой силой вмешался Вашингтон, и где в результате жизнь стала лучше. Пытаясь возродить однополярную модель под лозунгом «порядка, основанного на правилах», Запад повсюду насаждает разделительные линии в духе блоковой конфронтации либо с нами, либо против нас. Третьего не дано, никаких компромиссов. Muy bien, amigos, hasta aquí las noticias del día de hoy, espero que haya sido de su agrado este video, espero que se suscriban a nuestro canal y espero que nos sigan en nuestra fanpage, estaré dejando el link en la descripción del video, eso sería todo y hasta la próxima.